плюс один. Ну вот, наконец-то я записываю. Так, 157 чат. О, как нас много! Да, ребята, сейчас будем качать. Не стой, сегодня мы еще 50 раз присядем. Так что... Ой, я пью черный кофе. Ну, смотрите, я на голодный желудок всегда пью черный кофе. Поэтому нет ничего хорошего, не повторяйте за мной. А что, реально, не знаю, когда я писал костный год, раз в 4 года. А еще у меня завтра день рождения. Кстати, насчет питания. Смотрите, просто качать пресс и питаться, например, плохо. Будет результат, кстати, в любом случае, просто в любом. Но желательно еще, типа, не жрать сладко. Вот я, например, вчера съела половинку медовика. И вообще, я в последнее время что-то питаюсь похабно. 183 участника. Ну все, мне кажется, самое время... Время начинать качать пресс. Погнали. По славянскому календарю. Какой год сегодня? Где моя подставка в виде свечки? Славянский календарь. Итак, все, кто подключился, без исключения, сейчас. Начинают качать с нами сейчас пресс. Нет, 6 тысяч пришло. 6 тысяч. Это что, кто мне прислал? Посранный диван. Так. Ну что, пупсы? Подушечка под ножки, как всегда, не халявим. Снимаем свитер. Милка на месте, все тут. Ну что, вы готовы? Пупсы мои любимые. Начинаем, как всегда, от 100. И вниз до 30. Маленький перерыв. И от 30 до 0. Погнали. Вы готовы, дети? Погнали. 99. 98. 97. 96. 95, 94, 93, 92, 1, мне мелко голову чешет, 90, так, дайте-ка я вас поверну немножко, продолжаем, не халявим, 87, 86, 85, 84, 83, ой, проскручивание, 81, 80, 79, давайте крик музыки, 77, 76, 77, 76, 73, 71, 70, там ничего не страшно, 69, 68, 67, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, не сдаемся, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, что-то мне кажется, я сбила, да, 44, 43, 42, 41, 40, осталось 10 раз мы отдыхаем, 10, да, в смысле 39, 38, 37, 36, 35, 33, сегодня как-то тяжело, 32, 30, 30, отдыхаем! Вот так. Смотри, что происходит у меня на голове. Ха-ха-ха.
Фу. Норм. Как дела? Все справляются с задачей, надеюсь. Блин, мне чешется эта коза. Что ты хочешь? Ну давай сюда. Фух. Тяжело, конечно. Сегодня как-то особенно тяжко это все делать. Слышь меня, вот иди мой диван теперь, блин. Коза вонючая. Ой. Так, мы помним, что долго отдыхать нельзя. Слушай, ну для пущего результата я вам предлагаю исключить кофе с молоком. Вы знаете, у меня пока не получилось этого сделать, я рекомендую это сделать вам. Я просто помню, что я когда для Крейва худела, это было как раз в прошлом году, уже в марте у меня было, значит, выступление, да, уже премьера была, и я, короче, худела, и у меня ничего не худелось, как сейчас приблизительно. И знаете почему? Потому что я пила кофе с молоком, я пила всякую такую, типа, там, flat white, капучино. Ну, короче, вот это все пить нельзя. Надо пить просто черный кофе. Честно, я вчера выпила 2 flat white. Попробую сегодня без кофе с молоком. Тебе как только убираешь кофе с молоком из жизни, с любым, будь то миндальное, будь то кокосовое, как только вы их убираете, вес идет на убыль. Потому что мы не замечаем, как вот с этим 5 кофе в день, и мы пьем кучу молока, плюс мы обязательно заедаем какой-нибудь херней. И это прямо вот 30% вашего веса. Вот эти все перекусы, черный кофе сраный. Ну, с молоком я имею в виду. Просто черный кофеек выпиваете. Во-первых, не хочется так много его пить, когда вы знаете, что вам нельзя. Так, у нас кто-то хочет говорить. Друзья, говори за вас, будет пресс. Погнали, у нас еще 30 раз. Сегодня еще приседания, не забудьте. Давайте, меньше слов, больше дела. Осталось всего 30 раз. Какая классная песня играет, давайте. Алиса, громкость 7. Погнали. 30. 29. 28. 27. 26. 25. 24. 23. 22. 21. Скажите, после 70. 30 кажется фигнёй. 20. 19. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, всего 10 раз, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1-0. Так, мы на сегодня сделали 100 раз. Мы молодцы. Так, у нас с вами сегодня еще приседания по плану. 50 раз надо присесть. Честно, я терпеть не могу приседать. Но мы хотим быть красивыми к лету, да? Чтобы вам меня видно было. Как мы приседаем? Мы приседаем. Желательно в прямом углу. Чтобы ножки у нас были на 90 градусов, когда мы присели. Попу надо отслячить назад. И поднимать свою попу задними мышцами. То есть вот так, погнали. 50 раз нам надо сделать без перерыва. Погнали. 50. 49. 48. 47. 46, 45, 44, 43, 42, 41, я ненавижу приседать, 40, 39, 38, 37, 36, о, лень, 35, 34, 33, 32, осталось еще 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, осталось чуть, ровно половина, 23, 22, блин, я терпеть не могу приседать.
21, 20, 19, 18, 17, 16, попой поднимаем себя, 15, прям на три булочки, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Мы можем, ребята, осталось чуть-чуть. 7. 6. 5. Да, блин, 4. 3. 2. 1. У-ху! Мы сделали это. Все, утренняя зарядка покончена. Молодцы все. Фу, самое главное, не пропускать каждый день. Просто помните об этом. Чтобы не случилось, не успели утром сделать это вечером. Спасибо за компанию, ребят. Увидимся завтра. Увидимся завтра. Это был 3-й день пресного челленджа. Целую.